Эльдар, скажи, чем ты занимаешься в свободное время? Ну, как правило, я и несколько красивых женщин едем в мой загородный дом, там выпиваем и готовим мясо, а затем занимаемся сладкой любовью возле камина. А если допустить, что я тебя убью, если ты не скажешь правду? Как правило, я играю в Майнкрафт на сервере. На крутом Майнкрафт сервере MC Skill. Но иногда хоть ты занимаешься сексом с женщинами? В Майнкрафте? Пошел нахуй.